Ваша первая акция, в принципе, да? Да, но это до этого были какие-то скульптурные работы, Нет, а совместные до этого не было? Совместные до этого тоже не было работы. А вы скульптурные? Мне кажется, это скульптурные работы. Ну, скульптурные, да, но все-таки развивающиеся скульптурные. Ну, так или иначе. Мы знаем друг друга, но издалека знакомы где-то. Что это такое странное? А вот что это там наверху? Вот это, например, как сопло какое-то. Что это, а? Вот. Ну, это какой-то остаток. Видишь, остаток трубы. Но там же крыша уже, да? Да. А вот еще тоже какие-то, смотрите, вот квадратные отверстия и такие трубки торчат. Это что? А это как канализационные трубы, между прочим. Но там же не может быть канализации на крыше, нет? Я не могу вам сказать. Я единственное знаю, что эти колонны, то есть что это пространство, это был огромный цех, и что вот эти стены, они достроены. А это был сплошной цех, понятно. Вот видите колонны, здесь не было стены. Ага, понятно. И просто постепенно, когда стали сдавать в аренду помещения, они стали разделять. А, понятно. А планируете еще какие-нибудь акции, нет? Пока нет. Ну, у нас есть какие-то идеи постепенно, да.
Ну вот сейчас, ну, можно считать, что как вторая какая-то работа, это вот эта вот серия, это, да. Это серия бесед. Да, беседы, я согласен. Да, это работа, да. Текста, да, это правильно. А как исчезает? Вы закрашиваете, да? В день открытия он создался, да. Он был, стены были полностью заполнены. Ага, числе, вами? Нет, нет, зрителями, участниками. Так. И нами тоже как учка. А вот исчезновение как? В момент, когда мы проводим беседу, да. Мы предлагаем нам троим участникам беседы, если по итогам, в момент, когда она заканчивается, и мы считаем, что какая-то из вещей, которая присутствует на стене, была проговорена, трансформирована, да. в какую-то осмысленную речь, была как, ну, то есть не просто упомянута, а именно как-то обработана, что-то, да, что-то, да. То можно, должности у него в этом нет никакого, можно и ее предать забвению. А как вы замазываете, да? Вот банка. А, понятно. И сами замазываете? Участник. А. Либо я. И в конце должны быть чистые стены, да? Да, да, да. Они, то есть мы будем беседовать до тех пор, пока стены не превратятся в свое такое полупрозрачное состояние, где есть память и след от этих слов, но нету. Ага, но вот слов. Это, да, это как акция. А мы тоже должны что-то написать или нет? Нет, написать, вы можете сделать здесь абсолютно все, что желаете, но я бы предложила скорее побеседовать, чем... Вот, а как побеседовать? Хотите присесть и побеседовать? Давайте попробуем. Аня. Но мы все втроем можем с вами беседовать? Или только по одному надо? Ну, по одному. Но, как... То есть пока кто-то сидит на диване, тут беседует. Да, ну давайте с меня начнем, да? Пожалуйста, Андрей, как что-нибудь присоединиться к нашей беседе. Давайте, Андрей, может быть, поставить. Я на диванчик. А где мой? Вон он мой. А. Нет, нет, вот, вот, вот. Вот это вот? Да. Пожалуйста, сейчас я подам. Не надо, нет, 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 да, да. Это будет уже стоп. Стоп. Это, о чем мы с вами говорили? А, говорили о заполнении текстом, словами стен, и потом вы их замазываете. И что в конце они должны быть все замазаны. Да, 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 да. И слова исчезают. Очень постепенно, и вот, например, исчезают не только целостные фразы, но вот здесь «как ненавижу я робость свою», да. Видите, остается как это участник, с которым мы обсуждали эту фразу, решил, что замазать нужно только «ненавижу», например. А кто-то другой решил, что «свою». А фраза это ваша была, вы написали? Нет, нет, это Дима Филиппов написал, как какая-то интервенция художников в произведении другого художника. Кстати, между прочим, единственный, кто вышел за поле... За поле... Да-да-да. Эта фраза, она была достаточно важной в момент открытия. Текст развивался нелинейно совсем. То есть он сначала очень медленно, и сначала стены очень долго пустовали. А, до понятно. До тех пор, пока понятно. Дима Филиппов взял и огромными буквами написал фразу, как «ненавижу я робу свою», и дальше это было каким-то спусковым моментом, чтобы все стали... писать какие-то. Ага, понятно, понятно. И в данном случае, да, действительно интересно, что слово «я робость» уже не первый человек видит как ярость сначала. Да, да, да. Из-за сдвига и вообще, в принципе, из-за присутствия и ярости в робости, и когда на самом деле в какой-то момент это одно и то же. Еще у Азимова есть «я робот», знаете? «Я робот», да. Угу. Да, цикл рассказов «я робот» тоже. Тоже присутствует. Да. Да, 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 я робот. Так надо убрать вот это, мне кажется, «С» и мягкий знак, и будет «я робот». Нет? Мы вам предоставим. Не, ну я туда не полезу. Я плохо себя чувствую. Я свержусь. И это нужно же замазывать, да? Да, я могу покирасю, как сказать. Что вы можете сделать?
с вашего разрешения. А это сделать? Да, а, вот давайте, да. И оставим я робот, правильно? Да, давайте. Прямо сейчас, да? Да, давайте. А это какая у вас краска? Белая. А. Но не масляная. Нет. Осторожней, главное не упасть. Да, S мягкий знак. Ага, да. Да, да, точно. То есть себя выбирает, оставляет робота, который действует по чужой программе, не по своей, правильно? Да. Да, здесь принцип как бы свободы дискутируется. Насколько человек свободен, да, или он по какой-то программе действует. Да, я робот. Только единственное, что странно, мне кажется, смотрите, там вот эта вот нижняя часть букв, да, ага. Вот особенно Б, ага. Что-то там вроде типа В скорее, нет? Ну, мы же можем... Нет, а что это вот? Подождите. Это просто баллон. Я не знаю, это почерк. Ну тогда не надо, если это был это такой, как его, да, почерк, каллиграфия такая, то пусть так и останется. Так, значит, а смотрите, сколько денег кто-то набросал тут, это что за? Это главное, смотри, деньгами. А, специально или нет? Не специально? На счастье. Так. Все добрые. Вечно. То, что касается программы, то, что я говорила это Маше, что сама рамка, этот диспозитив, он видоизменяется в зависимости от того, то есть я задаю какую-то рамку, в зависимости от того, как участник поворачивает беседу, она видоизменяется. То есть здесь, например, сначала было два стула. Два. Вот да. Тут, где я сижу. Угу. И в случае, когда вы бы сели, вы бы выбрали сесть ко мне или Гане. А. Но кто-то пришел, взял и сказал, я хочу стул посередине. А, понятно. И мы оставили. То есть у нас бывали революционеры, которые приходили и меняли что-то. А, понятно. А, ну вы согласились с этим, так нет, и оставили. А нет, мы согласились, то есть это какое-то заранее заданное условие, что если кто-то предлагает... Да, понятно. Если понятно. Кто-то бы предложил убрать сейчас то, вы бы тоже согласились. Ну да. А вы сегодня какой у нас, 16-е? Да. Вы еще два дня как будете, да? 17-е, 18-е? Да. И потом, поскольку это к вам не имеет никакого отношения помещение, вы просто отсюда уходите и все, да? Ну, а... И что тут будет? Это мастерская и выставочное пространство. То есть здесь будет следующая выставка, открывается следующую пятницу под кураторством Влада Шатила. Кого? Влад Шатила, молодой мальчик, делает выставку здесь. То есть это пространство все время функционирует как выставка. А у вас нету тут своей мастерской? Да мы живем во Франции. Оба. Ах, во Франции. То есть вы просто как приехали на гастроли, типа, да? Такого типа. Но это не сложно назвать гастролью, потому что у нас нет репертуара, с которым. Нет, в смысле, это в кавычках гастроли, что вы если приезжаете в другую страну или в другой город, то это называется гастроли. Еще у музыканта. Резиденты. А, резиденты. Но вы же не резиденты, у вас же не.